Бюро находок ищет. Ключ от автомобиля черного цвета утерян 14 декабря в районе школы номер 31 обещанного вознаграждения. Коричневое портмоне с паспортом и другими документами, а также картами Сбербанка и Банка Траст на имя Хайруллина Рушана Ильхамовича утеряно 13 декабря в районе улиц 30 лет Победы Мира обещанного вознаграждения. Ключ от автомобиля Ford Focus, а также ключи от квартиры утеряны 10 декабря, возможно, в районе улиц Мира Бакирманча Химиков обещанного вознаграждения. Паспорт, документы на автомобиль, водительское удостоверение и другие документы на имя Крайнова Михаила Сергеевича утеряны 8 декабря по Мурадяна 12 обещанного вознаграждения. Бюро находок располагается по адресу Химиков 64А, телефон 42-33-33. Мы ждем вас по будням. Бюро находок имеется. Абонемент на хоккей найден 8 декабря, Пашинников 44. Школьная карта на имя Салиховой Эльвиры найдена 16 декабря в районе Химиков 64А. Серые женские полуки до 38 размера в черном обувном мешке оставлены в такси в октябре. Ключ от автомобиля «Лада» с брелоком «Карина» найден в районе гипермаркета «Лента». Пакет с детскими полотенцами, пеленкой и носочками найден по Чулман. Школьная карта на имя Митрофанова Данила. Планшет Samsung найден 8 декабря в районе новой поликлиники построителей.